История Оршанского молочного завода берет свое начало еще в 1939 году. Объем переработки составлял 8 тонн молока в смену, из которого вырабатывали 700 килограммов масла, 300 килограммов творога и 500 килограммов цельного непастеризованного молока. В дальнейшем было освоено производство мороженого. Дополнительно открылся цех по выработке творожных изделий и кисломолочных продуктов. В 1958 году новый молочный завод был введен в эксплуатацию проектной мощностью 20 тонн молока в смену. За эти годы были построены еще один производственный корпус, компрессорное здание приемки молока, административно-бытовой корпус. Девиз предприятия «Мы рядом с каждым, кто хочет почувствовать вкус натурального продукта». Всем хорошо известно выражение «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». В моем счастливом детстве, кроме молока, всем известна была молочная продукция – это кефир, ряженка, простокваша, ну, пожалуй, еще и сметана. Если перечислять все виды выпускаемой сегодня продукции, не хватит эфирного времени всего выпуска новостей. Два бренда – «Дедушкин горлачик» и «Знатный сыродел» – хорошо известны не только в Оршанском регионе, но и далеко за его пределами. Вся продукция выпускается из качественного и натурального сырья. Данную продукцию можно увидеть на полках торговых сетей города Орши, а также за пределами города. Продукция Оршанского молочного комбината пользуется большим спросом у покупателей. Также большой акцент уделяется кисломолочной продукции. Ацидофилин – это напиток кисломолочный. Он полезен, во-первых, нет возрастных ограничений. Он полезен деткам и людям пожилого возраста. Данный продукт предназначен для диетического питания. Также он способствует повышению иммунитета организма. На данный момент на комбинате выпускается такой новый вид продукта. Это сметана 25% жирности. Она представлена как в пленке, так и в стакане. И масло 82,5% жирности. Миссия предприятия – производство вкусных, полезных для здоровья молочных продуктов в лучших национальных традициях с использованием передовых технологий. Молоко на приемку принимается, делаются анализы, все это подается на приемоаппаратный цех. После приемоаппаратного цеха происходит температурная обработка, и уже после того, как это все произошло, подается на линию Галди и производится как бы розлив продукции. У нас стоит итальянская линия Галди. Производительность этой линии 6000 упаковок в час. На протяжении 8 лет мы на ней работаем, производим продукцию. Эта линия имеет свои особенности. Там специально создаются условия ультраклин. Никакого доступа со стороны человека во время производства не происходит. Полностью закрытый процесс, дезинфекция. И как бы продукция выходит уже как бы упакованная в сбыт. Выпуск качественной продукции был бы невозможен без постоянного обновления технологического оборудования. Установлено у нас оборудование, которое отвечает самым современным требованиям к выпуску молочной продукции. Именно к выпуску и к хранению. Например, в 2008 году закончена модернизация котельной, установлены современные паровые котлы немецкие, позволяют обеспечивать бесперебойно потребителей производственных паром. А также для хранения готовой продукции произведена модернизация аммиачной холодильной установки. Это позволяет нам при любых температурах, которые требуются для, по технологии хранения, обеспечивать температурный режим для сохранности установленных сроков годности определенного продукта на протяжении всего периода пребывания продукции до отгрузки до конечного потребителя. Основные факторы успеха предприятия – это слаженная и добросовестная работа всего коллектива. Продукция Оршанского молочного комбината оценена по достоинству не только покупателями, но и жюри различных выставок тематических. Свидетельствуют награды и дипломы. Коллектив Оршанского молочного комбината очень гордится этим, так как забота о вашем здоровье – наша основа. Сергей Бойко, Алексей Цибульский из Оршанского молочного комбината.